сегодня самостоятельно набирает команду вечернего Урганта. Каждого тестит сам, от редактора до музыканта. Мы познакомились с Ваней на как раз-таки многочисленных корпоратах. Он нас пригласил сюда. Пригласил, мы говорим: Ваня, где же мы жить-то будем? А прям здесь. В арсенале Урганта певца, помимо усов, имеются и три клипа. Теперь же симпатяга выпускает и альбом «Эстрада», на котором он собирается неплохо подзаработать. Близкие телеведущего поддерживают его игрища. Это просто абсолютно два разных человека, да. В этом главное отличие. Ты лучше Ване про Гришу не говорить. У них особенные отношения, да, такие немножечко. Мне кажется, что они даже не знакомы.